Алексей, ваш комментарий сегодняшний. Да, сегодня сделали очень много глупых потерь при выводе мяча. То есть мяч даже не доходил до людей, дальше до комбинации. Это очень обидно. Потом, конечно, у себя на щите тоже пропустили очень много подборов. Дали сопернику много очков со второго шанса. В принципе, могли бороться, конечно, но опять же наш процент с игры не позволяет нам этого делать. Будем дальше работать на тренировках и, надеюсь, сможем исправить положение в лучшую сторону. Спасибо. Ваш комментарий с нашей игры? Несу с победой, заслуженной. Очень хотели, очень старались. У них все получилось. К сожалению, у нас не получилось ничего. Худшая игра из тех, которые мы играли в этом чемпионате. Худшая по защите, худшая по нападению. Худшая по исполнению задачи на игру. К сожалению, тяжело констатировать факт, когда из 11 заданий 9 не попадают в игру. К сожалению, мы предполагали, что мы намного слабее по задней линии. Но те ошибки, те потери, которые сегодня делали Юра и Андрей, я имею в виду Кондракова и Бажемягина, они недопустимы в Суперлиге. То есть с такой организацией нападения, в принципе, выиграть игры нельзя. Ну, не могу, я не хочу никого вообще выделять. То есть все сыграли плохо, абсолютно плохо, не выполнили ничего. Все, что мы задумывали, ничего не получилось. Констатирую, шаг назад. То есть если до этого мы игры играли немножечко с шажочками вперед, качество немножечко улучшалось, но сейчас все наоборот, и, к сожалению, большое разочарование сегодняшней игры связано именно с тем, что не выполнили ничего задуманного. Я считаю, что мы хорошо подготовились, мы, в принципе, знали все. Удивить нас не удалось, но даже то, что мы знали, мы не смогли воплотить в жизнь, не смогли воплотить в какие-то действия, которые помогли бы нам всерьез рассчитывать на победу. Игра была проиграна в первой половине, когда из половины атак мы не довели не то, что до броска, в центр поля не могли привести. Качество задних игроков, в данном случае Кондракова Кожемякин против Алферова, Артамонова и Слепенчука абсолютно несоизмеримо. Пока без Гуренко нам тяжело конкурировать с кем бы то ни было, и это факт, и его надо признать. Но делаем скидку на молодость этих ребят и на то, что они пока еще не имеют достаточно опыта для такого противостояния. Противостояние интересное, противостояние принципиальное. В Одессе всегда непросто играть, хорошая поддержка. Вообще, ребята молодцы, Одесса, время, еще раз победы. А мы будем работать. Пока нам больше ничего не остается, к сожалению, это все. Тем не менее, был момент, когда вы подошли на расстояние 5 очков и могли... Еще раз повторюсь, вы знаете, в любой игре у нас в этом чемпионате есть шанс. Мы могли, и были велик обыграть, теоретически могли и Марку, и с Николаем нацеплялись. Еще раз повторюсь, это худшая игра. И то, что мы добрались на 5 очков, это больше расслабилось би, почему собрались. Да, был момент, когда была задача на вторую четверть пропустить не больше 15 очков в каждой четверти, тогда у нас был бы шанс. Мы пропустили 14 в третьей четверти и отыграли даже с провалом на ходове с этими трехами в начале, я считаю, на хорошо, единственную четверть из четырех. А потом опять посыпались ошибки. Ну, когда задний не может вести центр поля, вы знаете, говорить просто не о чем. На этом уровне такие ошибки недопустимы. Еще раз говорю, мы готовились к этому, мы знаем, что у нас молодые ребята в этой позиции, и, к сожалению, такие игры будут. Обидно, что кроме них опытные игроки не сыграли на своем уровне. Наш снайпер штатный, ну, четвертую игру мы не можем распечатать трехочковую линию. Денька опять с нулем, опять с нулем. Ну, как играть? 18 подборов на нашем щите. Катастрофа. Мы разбирали, мы смотрели видео, мы говорили, кто куда идет. Абсолютно не справились с американцами. Абсолютно не справились. То есть те ловушки, которые мы задумали, ничего не сработало. Ничего. И какая-то деморализация. Я ребятам говорил о том, что нельзя быть только домашней командой. То есть вы, если вы хотите на что-то хотя бы претендовать, на какую-то что-то, чтобы вас воспринимали серьезно, необходимо играть везде одинаково. Но, к сожалению, сегодня вы видели. Я же говорю, начало, первая половина просто катастрофа. Просто катастрофа. И то, что в конце собрались, все равно считаю, что это
проигранная игра в мировой была. Спасибо. Спасибо. Комментарий матча. Мы его поздравляем с хорошей игрой. Congratulations on a good game and a short commentary of this game today in general. Well, we just, as a team, we wanted to come out aggressive defensively. We wanted to be able to get out to their shooters. Coach put emphasis on wanting to get out to their shooters, not giving them easy looks, even when it looks tough for them, and get out in transition. Как команда получили установку тренерского штаба, что надо сыграть в защите. Старались играть сегодня от защиты. Старались давить на мяч, старались так, чтобы у них, скажем так, затруднить им броски и постараться от них убежать. Лично его игра, сама по себе личная игра, удовлетворила, за которую не справилась, показалась с ним полностью. Okay, are you satisfied with your personal results? Because obviously the other team didn't do a great job of containing you. No, I'm not satisfied. There's a lot of things I could have done better this game. That free throw line, helping on rebounds, cutting down my turnover. I had a late turnover in the end that hurt our team. So. No, I'm not satisfied with my play. I can definitely do better, and as a team, we can definitely do better. We will do better. Лично он своим результатом пока не совсем доволен в плане того, что, ну, во-первых, вы все помните тот турнир, да, ту потерю, когда в концовке, я не помню, мяч до конца игры. Вот, надо просто придержать мяч, отдать пас. Это первое. Второе, он говорит, что хотел бы тоже на подборах больше помогать команде. То есть, ну, играть более сыгранно. То есть, когда мы будем играть более сыгранно индивидуально, тогда и команда, естественно, будет прибавлять. И с его слов, он знает, что команда будет прибавлять. Желание воскресенья сыграть еще лучше. And obviously, you know, it was a good game, we'll get to forget about it. And we wish us best of luck against next game, because it's snake life. Thank you. Спасибо. Thank you. Поздравляем вас с победой. Ваши комментарии сегодняшний день. Спасибо. Поздравляю всех болельщиков, руководителей клуба, тех, кто переживает за команду. По самой игре противостоял нам хороший соперник. Запорожье всегда славится своим упорством, характером и целеустремленностью. И сегодня хорошие дали нам бой. И мы, когда выигрывали, единственный момент, то, что мне не понравилось, нам не хватает четкости в завершении нашей комбинации. То есть мы, когда ведем в счете, мы не можем его не то, что сохранить, а просто более четко разыграть те моменты на площадке, которые мы договаривались сделать на тренировках. Поэтому вот этой четкости, уверенности в своих действиях у некоторых игроков не хватает. Поэтому вот над этим нам надо поработать. И, конечно, что не понравилось, запасные 42 очка против наших 22 забили нам. И эти моменты, конечно, надо будет работать над ними. И мячи второго шанса, те, которые были у нас в руках, там потери Тенцли, линия Алферова, то есть там надо было спокойно просто довести и перевести мяч до логического завершения. Ну, детские ошибки. То есть это концентрация, и этому уже не научишь. То есть тут все в головах, и эти шансы мы сами предоставляем сопернику. Поэтому вот над этими ситуациями нам надо будет поработать. Если сможете, ответьте на вопрос, пожалуйста. Вторую домашнюю игру подряд мы зарабатываем 30 фолов. Как вы к этому относитесь? Я очень, как вам сказать, двояко. Поэтому это вопрос не мой, но мы как бы работаем и стараемся как бы играть не грубо, но в пределах правил просто, когда трактуются одни моменты так, другие так, очень сложно как бы защищаться. Но ребята старались защищаться, у меня претензий к судьям нет, просто чтобы как бы приходится подстраиваться, наверное, под судейство, нормально отсудили. Никаких вопросов у меня нет, но просто разная трактовка, когда идет. Сейчас новые правила, некоторые моменты поменялись там в контакте, и они как-то трактуются дальше, ребята не привыкли. Поэтому
когда мы будем больше, когда мы будем пробивать больше фолов, я хочу увидеть еще уже, сколько Ингрэма играем. Ну, это так, конечно, риторика, но сам факт, да, то, что над этими моментами на тренировках мы будем работать и говорить с ребятами, чтобы играли более корректно. Но с нами тоже корректно, мы хотим, чтобы играть, понимаете? Поэтому такой вопрос непростой. Ну и процент попадания штрафных тоже. Вы поймите, этому не научишь. Тут все в головах и бросают уже такое, я уже стараюсь не обращать внимания. То обращал, мы бегали каждый промах. То есть придумываем разные моменты, которые и количество увеличивается этих бросков на тренировках. Но пока в игре тоже постараемся, чтобы не забивали. Это шансы также тем командам, которые нам реализуют в этой ситуации. Поэтому это тоже хороший момент для тренировок. И он присутствует, но тут уже как-то иначе футбол. Воскресенье, Николаев. Силы есть, будете бороться и прослопать, ну, по сопернику. Соперник, южное дерби очередное. Всегда Николаев тоже хорошая команда, хороший состав у них сейчас подобрался во всех линиях. И будет тяжело, всегда тяжело. Каждая команда хочет победить, мы тоже хотим победить, и они хотят победить. То есть будем бороться, будем настраиваться. И главное восстановиться сейчас и со свежими силами. Тут, правда, времени мало. Будем бороться и биться за победу. Спасибо.